божественная и величественная. За мостом с правой стороны нас ждет приятный сюрприз, фигурка зайчика. So that it's more quicker and easier, right? Yes. Size lang. Next time, pwede pa bumili ng online ticket. So, ito talaga online. That's it. Ito talaga. Halika ka. Nasaan mo yung oban? Ayun. Maganda na ako nawawala. Ayun, maganda itong baka. Nasaan yung oban? Hi.
А? Ой, сакай! Mau na inyong sasakyan ba? Ni Madam, iba? Nagyate kami. Ah, yate. 8,000. Ah, sasakyan na sila. Photography. Ayos sila. Nice night. It was a street. Nag-ready talaga ako. Nagdala kayo yung isang ano talaga. Oh, may photographer pa sila, oh. Wow. Ay, ang ulo mo! Ang ulo mo! Sabi ko eh, munti ka na! Ang ulo, malapit na. Munti ka ng maano sa ano ba, sa... Sumisili ko? Берегите свои губы. Мосты в Петербурге очень красивые, но очень крепкие. И, пожалуйста, присматривайте за детьми. Не позволяйте детям самостоятельно. Деревянные переправы, по которой сновали рабочие, военные. Они везли тачки землю, несли носилки землю, несли землю в полах своих рубах и передников. Не хватало, ее выкапывали на Большом Петроградском прошеберезовом острове и доставляли на Зайчи. Так возводили первые древозеленые стены этой крепости. Уже за мостом с правой стороны нас ждет приятный сюрприз, фигурка зайчика. С правой стороны на деревянных сваях зайчик Арсений, символ Заячьего острова, а имя его анаграмма. А если переставить буквы, получится Енисари, так как от Рафинского и назывался Заячий остров. А прямо перед нами подлинная жемчужина дворцовой набережной, мраморный дворец. Это второе здание от моста, расположенного левее. Нижний этаж его облицован гранит. Сегодня мы видим ледно-розовые мраморные колонны. Более 30 оттенков ценного мрамора использовал архитектор Ринальди для облицовки внутренних и внешних стен этого дворца благодарности. Ведь это благодарственный дар Екатерины II, ее фавориту Григорию Орлову, за то, что когда-то он помог им зайти на глазами и видеть чудесные мраморные интерьеры. А мы же с вами поворачиваем налево. Идем вверх по Неве и видим один из красивейших больших мостов Троицкий. Мост удивительно наряден, практически катаватором, с которого упираются плетистые выводы, плетистые розы, сверху раскрываются, так начинаются от Троицкой площади, с левой от нас стороны, старейшей площади в городе. И здесь, слева, сразу за мостом, мы сейчас увидим небольшую колоколообразную мемориальную часовню, напоминающую о том, что именно на этой первой городской площади находился один из первых храмов Троицы Петровский, на наши дни не сохранившийся храм, который Петра провозгласили императором в 1721 году. И здесь же, в Троицкой площади, слева мы видим трехмачтовый фрегат. Это тоже напоминание нам о том, что именно сюда, к этой площади, приходили первые торговые корабли. Ведь изначально цель основания Петербурга было обеспечение торговых путей. И неподалеку от первого порта, от возведенной для защиты города крепости, поселится Петр Великий. Слева впереди мы видим спуск к воде, за ним обочка сквера, там за деревьями и скрывается краснокирпичный защитный павильон футляр, надежно оберегающий деревянный домик русского монарха. Домик, который в весьма скромных условиях проживал Петр I, впервые в среднем 3 метра. Река Фонтанка, куда мы направляемся сейчас, ее мы видим впереди справа.
сразу же широким рукавом вытекает из Невы. Также в него возвращается ниже по течению. Такой тип проток когда-то называли ериками. И Ботанка на сегодня притязательное название безымянного ерика, то есть реки без названия. Данную реку или фонтанку название сохранится до наших дней. И мы сейчас с вами уходим в фонтанку под старинным трехпролетным каменным прачечным мостом. Мост появится в 18 столетии. Тогда же на нем закрепится его название прачечный. Ведь с левой стороны от моста находится императорский прачечный двор. Удивительно, что прачечные тут существовали уже до конца 20 столетия. А с правой стороны видим небольшой дворец, двухэтажное здание, кровля с переломом. А дворец напоминает старинный голландский дом, только богато украшенный барельефами и орнаментами. Обратите внимание на стиль, оформленный водостоки, поработаны тут в стиле пейзажного парка. Фонтан и Петровские затеи сюда вернулись только в наши дни. Мы сейчас с вами уходим под Пантелеймоновский мост, смотрим направо вперед, ищем глазками Чижика-Пыжика. С правой стороны поворот в реку Мойку, далее по округлому стволу первого инженерного моста, на гранитном основании, чуть выше уровня воды с правой от нас стороны, маленькая птичка Чижик-Пыжик на гранитном основании. Чижик-Пыжик своим присутствием радует нас, уравновешивая те печальные события, которые здесь некогда произошли. Ведь справа от нас мы видим Михайловский замок, посвященный святому архангелу Михаилу, который, согласно городской легенде, явился стоящим здесь на посту часовому. Шагнул император Александр I. Этот дворец неоднократно перестраивали, его хозяева старались угнаться за применчивой архитектурной модой. Этот дворец сильно пострадает во время войны, в него попадет бомба, будет восстановлен. И сейчас здесь находится музей ювелирного дома. А мы же с вами проходим к оси проспекта, которому Гоголь однажды метко скажет так. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Я, кажется, прав. И Невский проспект, украшающий его Аничков мост. Перед нами разворачивается драматическая борьба. Неотпущенная и тихая воля животного подчиняется созидательной воле человека. Человек, усмиряющий коня, так называется скульптурная композиция, выполненная бароном фон Клотом, установленная здесь в периоде 19-го столетия. А вот в начале 18 века здесь с наведением порядка наблюдал полк под руководством инженера-подполковника Аничкова, имел сохраниться за этими местами. Хотя до сих пор точно неизвестно, как правильно произносить его фамилию, современный момент именно Аничков. С левой стороны глубоко розового цвета, но барочное здание возведенное Штекеншнейдер, дворец Гатинский Голосевский, дворец вдов. Он после дурной славы, его хозяйки рано теряли свой опыт. А вот справа, если заглянуть за колонны, на мгновение заметим, как мелькнет палевого цвета сам Аничков дворец. Возведенный в середине 18 столетия, он не прятался от глаз публики, а наоборот, богатым декором поражал воображение. Серого цвета здание с колоннами, которое скрывает его от нас, появится позднее, лишь в начале 19 столетия. И здесь разместится императорский кабинет, то есть канцелярия, которая ведом личного может приброшена 7 типовых мостов. Такие, как то, что мы видим впереди. Мост с башнями. Это образцовый мост через фонтанку. Когда-то в башнях находились комнаты, их крутили, средний пролет моста разводился, пропуская корабли с высокими мачтами. А потом среди пролет будет перестроен, из деревянного стоит металлическими каменами, перестает быть разводным, башницы останутся как декоративные, но внешне облик моста с конца 18 столетия. Стоит площади как место удобного разворота и для ожидания экипажами и повозками. И с правой стороны мы сами видим предмостную площадь. Ныне мост Ломоносов, сохранившись с конца 18 столетия, один из двух мостов такого типа, оставшийся в нашем городе с тех пор, прямо перед вами. Дорогах не были единственной бедой Петербурга. Город страдает от пожара. Петербург горит с момента основания. В 1862 году огромный квартал строится уже с конца 18 столетия. И впереди, слева, над невысокими крышами домов, мы видим глухие каменные стены. Такие стены, которые шли от кровли до подвала, надежно разделяли дома, не позволяя деревянным перекрытиям вспыхивать одному статуя. Таким она сохраняется до наших дней. Знаменитый БДТ, Большой драматический театр имени Толстого, находится здесь. Большое же большинство петербургских зданий меняли внешний облик, все при незначении его отделки. Это была более характерная история домов в большом городе, и впереди тому прекрасный пример. Слева от нас невысокого желтого цвета здания Глебова дома.
Первого владелец продал свой жилой дом однофамильцу ярославскому купцу Глебову на войне со шведами. В нашем городе они квартировали слева в глубине квартала. И весь квартал до наших дней сохранил название Сименцы. На берег реки Фонтанки бегут военные вдоль парка. Четыре моста по четырем сторонам, три, если заглянуть по одних, итого семь. Это перекресток ближе к центру. Тут уже земля значительно дороже. И здесь справа от нас, через 20-го столетия, появится черный доходный дом петербургского магната Витра, потому что навык танца на наклонной сцене в мире практически утрачен. И только наши девочки, выпускницы хореографической академии имени Вагановой, с одинаковой легкостью танцуют что на старой наклонной сцене, что на современной прямой. К тому же у Мариинского театра две полноценные труппы, оперные и балетные, так что театр остро... Молодцы, вот такие они, петербургские мосты высокого мода. Трехконтанал прямой, как стрела. Первая его часть будет пройдущая Петровскую эпоху подрядчиком Семеном Крюком, через который канал носит это имя. Эта часть соединяла вот реки Невы с рекой Мойка, и только в конце 18-го столетия будет прокоплена эта часть, по которой прошли мессу. Считаю, что выражение «весь бутылок» способен нарываться на неприятность. Возникнет именно здесь, на острове Новая Голландия. Но сейчас вы можете прийти, погулять по острову и забраться в бутылку безболезненно. Там сейчас находятся ресторанчики и магазины. Налево вперед уходит вдаль. Первая часть Крюкового канала управляет еще при Петре Великом. А вот ворочу направо, вот реки Мойки. Слева впереди краснокирпичное здание Крюковых казарм. Слева доходный дом, возведенный в стиле ренессанса. Это такой интересный декор фасада, выглядывающие фигуры тоже через круглые ниши. Под ней 1924 год. Ну а что будет в 2024 году, скоро узнаем. Синий мост посередине ступеньки, он будет ниже, будьте осторожны. Торжественное и величественное. Сейчас они тут заседали Государственного Совета. Но истинное предназначение дворца быть свадебным даром. Штуки Шнеда возведет его по желанию Николая Первого, как кажется, уже за благоторговлю Меркурием. Здесь разместится первый торговый комплекс в нашем городе. Тон Руж, магазину Красного моста торгового товарищества Эздерс из Хельфельс. Здесь когда-то продавали готовую одежду, необычный товар для Петербурга рубежа 19-20 веков. А после революции в советское время здесь размещали за мостом с правой стороны. Нас ждет приятный сюрприз, фигурка зайчика. С правой стороны на деревянных слоях зайчик Арсений, символ Заячьего острова, а имя его анаграмма. А если переставить буквы, получится ей. Так появилось знаменитое без строганов мясо по строгановски. А перед нами техническое чудо, первый типовой чугунный мост. А мост состоит из чугунных тюбингов, коробок. Они держатся на болтах. Конструкция начала 19 столетия. Завод архитектора Гесса начала 19 столетия. Слева же от зеленого моста Гальневского проспекта желтого цвета здания литературного кафе, где когда-то находился храм вкуса и мотовства, модная кондиция, останавливается в этом бутылом трактире в Петербурге. И даже работает станет неподалеку. Вот здесь, слева от нас, мы видим протяженный фасад, его протяженность чуть более полукилометра. А фасад длинный, но не скучный, а особенно его, который плавно дугой огибает Дворцовую площадь, украшает ее своей аркой. С набережной реки Мойки арка эта не видна. Сейчас здесь находится
экспозиционной залы Эрмитажа, а когда-то тут находилось Министерство иностранных. И вот мы с вами постепенно выходим из Попевческого. Через левое плечо то мы видим ангела, венчающего Александровскую колонну. Александр Далтел. На Дворцовой. Принц Александр Далтел. А впереди вход в зимнюю канавку. Это искусственно прорытый канал. Такие каналы прорывали для сужения болотистой территории. Некоторые будут позднее засыпаны, зимние канавки вывезут. Начало 18 столетия нас ограничится до наших дней. И мы с вами входим в зимнюю канавку под старым зимним мостом, построен в 50-х годах 20-го столетия. Но посмотрите, как деликатно архитекторы вписали его в окружающую архитектуру. Он ничем не противоречит окружающей застройке и деликатно повторяет очертания старшего собрата первого зимнего моста, который мы видим впереди. А впереди первый зимний мост, находящий со стороны Миллионной улицы, старейшей, богатейшей улицы в городе, где располагалась императорская. Войной. Берегам не выселились виного Великого Новгорода, но соседи не дремлют неволакомый кусочек, часть древнего торгового водного пути. Начинается череда русско-шведских войн, и в 1617 году, после ослабления Руси в ходе смутного времени, эти земли... Изначально на этом месте находился небольшой деревянный храм, уже в июне 703 года, освященный в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно святой апостол Петр даст название нашему городу Санкт-Петербург, город святого Петра, небесного покровителя Петра Великого. Петра чуть подрастет, высота его составит 122,5 метров. Петровский бог она была чуть ниже, но все же выше московских длина. А напротив, справа и с левой стороны мы видим забывание зимних пур. Ты всех прекраснее, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашей команде за это путешествие. Большая просьба, оставайтесь на местах. Нас с вами после окончания швартовки пригласят на выход. Вам желаю всего хорошего, прекрасной погоды, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Ну и, конечно же, замечательной прогулки по нашему славному Санкт-Петербургу. До новых встреч на наших маршрутах. Всех благ. Malaki. Hindi pwede sa ilalim ng mabalik. Pero iikot din pala, pare naman. Oo, oh, pero hindi iikot. Ang dami na kitadaanan, di ba? Ang daming tulay. Dami na ah. Ang daming tulay, grabe. Nagsawa ako, hindi ko nabidyan yung iba. O niya na ah. Dumikit sa... Dumikit na ang inyong mga lubot? Ay, ay, ay. Turan mo sila isa-isa dyan, oh. Ah, bilis, oh. O, oh, sige, te, dali, te. Pababa ka, te. Pababa ka. I-drive mo siya konti, te. Asan man sila? 1, 2, 3, sige, te. 1, 2, 3, go. Maganda. Maganda. Magkano? Maganda na buhay mo. Ha? Hindi man lang nakita ang mga barko. Sandali lang, di ba? Ano, 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 ano
Asan mo makita mga barkada? Ayan na, ayan na, be. Wow, ganda. Ganda, di ba? 350. Sige, bilhin mo. Ganda nga nakuha nila. Bilhin mo. Bilhin mo. Dalawang klase? Tignan ko yung isang klase. Bilhin mo na. Nang pera sa ano? Sa cash. Дорогие друзья, на обзорную экскурсию по этому каналу. Ang ganda ng kuha ng dalawa. Ang ganda nga. Di ba? Hindi nga sabi ko, hindi ako. Okay. Ah, magkasana. Sana siya, oh. Oh, yan. Dawata. Nasa ata? Ay, sako na pala, tara. Nasa ata? Ayo. Ang dalawa. If I could turn back time.